У рамках программы «Комфортное жилье» сёлета на Гомельщине плануется открыть яшчэ каля 50 станций обезжалезвания. Увогуле потребу у чистой питной воде зараз маюць каля 200 населенных пунктов региона. Наши корреспонденты поцікавіліся, як вырашается гэтая проблема у Кармянском районе. Станцию обезжалезвания у вёсцы Староград открыли у снежні минулого года. Подчас будаўніцтва сярод мясцовых жыхароў это был, бадай, самый популярный объект. Во всяким разе шмат кто из них приходил сюда не только потекавиться ходом работы, але и подяковать за станцию. Вода, якая шла по инженерных сетках, у вёсцы сапраўды была далёка не самой лепшей якости. Узровень железа перевышал норматыв у некалькі разов. На данном объекте содержание железа было около 2 единиц, но при норме 0,3. По-разному есть даже до 6. Сегодня Староград чистой питной водой обеспечены практически полностью. На выключение складываются несколько домов, которые находятся на ускрайку. Подводить до их инженерные сетки не мэтазгодно. Тем более, что колодежи у вёсцы так само деющие. Правда, теперь их стали выкористовывать не так активно, как ранее. Работник коммунального предприятия «Карма» и мясцовый жихар Александр Кухаренко выказывая огульную думку. Чистая вода саправды изменила житё вяскоўцаў. Раньше от кастрюли, скажу так прямо, ржу было не отодрать, а сейчас мы даже в колодцы за водой не ходим себе попить. Раньше мы ходили, а сейчас нет. Очень чистая вода. Даже вопросов нет. Мы довольны. Вы даже можете спросить не только, как я, лицо заинтересованное, можно. Вы можете любого жителя остановить и спросить про качество воды. Скажут, что качество воды гораздо лучше. Потому что эти отзывы я слышу не один раз. Сёлета у Кармянском районе плануется открыть еще 3 станции обезжалезвания. Олег Сентюров, Максим Савин, Валерий Гапанько. Телерадиокомпания «Гомель», Кармянский район.